И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы, наверное, пойдем по пещерам. По одной причине. Ну, не факт, что по пещерам. Посмотрим, в общем. Пока что еще точного плана нету. Первое, что я хотел бы сказать, это огромное спасибо людям, которые пишут в комментариях, подсказывают, что, как и где. Конечно, было бы очень хорошо, если бы подсказывали, что именно, точнее, как именно достать. К примеру, написали в комментариях, чё же, буквально недавно. Броня хорошая, только исследованные жанжи, например, драконная. И доспехи богоборца. В общем, короче, если бы писали бы еще бы не что именно, а где их достать, было бы очень хорошо. Потому что я, честно, вообще без понятия, что как где. Но тоже как бы хорошо. Конечно, отдельно спасибо. Вот когда вот под религии, видео про религии. Там про рабов написали немало. Это и Крюгер, и Сантос, и Иван Иванов. Написали очень много советов. Прям, да. Особенно не знал, что если поставить раба на никого не атаковать, но я думаю, вот эта вот пассивка-то и есть, вот, то он, типа, никого трогать не будет. Но если я ему с командой атаковать, то он тогда убьет и пассивка не собьется. Давай проверим. А, да, вот. Ну-ка. Так, все нормально. Угу. Тоже бьют ничего. А если я приказываю атаковать? Да, вот оно пошло. Так, одного убило, и все, отлично, и стоит, и прям все, то есть, кого нужно, убивает, и отлично. Ну, только единственное, что может там радиусом убить, ну, это, как говорится, излишки профессии, скажем так. Очень здорово, очень замечательно, просто прекрасно. Да, прям, мне однозначно нравится, как у меня здесь все подсвечено. А то меня это бесило, когда они по темноте бегали. Да. Скоро это, конечно, все может и не пригодиться. Почему? Наткнулся на видос, где чувак рассказывает про Конан, что, как и где. И буквально недавно вышло. И там рассказывал он про чистку. Новый вид чистки. То есть вот этот уровень чистки, как вариант, даже следующей чистки и не будет у меня. Ну хотя, слушай, 24-го... Там что-то про 21 было написано, я что-то в логах посмотрел, что ли, 24-го. Ну, неважно, короче. В общем, в конце сентября будет уже новая, да, за это время чистка-то точно еще одна будет. Старого типа. Вот, и как бы уже будет намного интереснее. Нужно будет построить казну, конечно, казну можно будет и сейчас построить, но это уже будет видно, что когда, где попозже. Возможно, и пригодится, все-таки воротинки у меня с этой стороны. Те двери, я думаю, можно и не считать, они обходить все равно не будут. Ах, посмотрим, что как где. В общем, про новую чистку вы можете и так в интернете найти, я думаю, с этим проблем нету, но довольно-таки прикольно. Также, да, писали в комментариях про булаву, что самое лучшее это оружие. И как раз вот чувака наткнулся на видос, где он, собственно, и показывает, что как где, почему, так сказать, на примерах. Выбрал у себя... булавы, тарабанщина вроде по идее тоже должна быть булавой. Так, они у меня все силовое оружие. Ты у меня являешься силовиком, отлично. Кстати, да, у нее хорошие характеристики, если так задуматься. То есть здесь все плюсы, здесь плюс сила, то есть прям плюс 31, вообще огонь. И по хавке тоже там чувак более наглядно показал, что, кажется, самый лучший вариант, она дает плюс 14 силы и реген, то ли 6, то ли 5 хп, то есть тоже прям пфу, красота. В общем, меч Папирус это не то, что нужно. Да, меч хороший, но не для раба. Так, давай посмотрим по ДПСу. С левым верхним углом мы видим посередине кулачок.
И смотрим ДПС. 327 урона в секунду, да? Тарапанщину берем. 243. Ну, то есть вообще ни о чем. То есть инерция самый... Инерцию уже, да, я брал. Самый лучший. 250. То есть тоже вообще ни о чем. Хрупкая свинота. Хрупкая свинота. Я сначала не понял, что за фигня, почему так называется. А потом булава, которая постоянно ломается. Ну, как бы понятно, да. Как ее еще назвать, кроме как свинотой. Что логично. А, так, 230. Ну, слушай, реально. Инерция самая лучшая булава с очень мощным размахом. Смена не считаю, оружие легендарное. То есть это самая лучшая булава, как ни крути. Я не помню, какой чувак там был в видосе, булава, но не в этом суть. Кстати, максимально 20 левел и скоро качнется. Здесь все отлично, у меня как обычно вот это идет. И мне все-таки топоры больше нравятся. 246, хотя, конечно, хуже, но... Я как-то к ним попривычнее отношусь. Хотя здесь 269. Ну, слушай, это инерция даже вот эту вот двуручку перебивает. Кстати, погоди-ка. Ну, булава. Это же одноруч? Да, одноруч. Слушай, она быстро еще и бьет так. Прикольно. Так, ладно, не в этом суть. Опять много болтовни, но это нормально. Для меня это нормально. А, сходил в пещеру, там, где кристаллы были, вот это вот надо было залутать, то есть нужно было кристалл, чтобы открыть сундук. Белая краска. Я оттуда достал с этого сундука белую краску. Вот это вот я тут достал. Ой, господи, прости, какой ужас. Ну, не в этом суть. Кстати, видите, я ничего не делал. Да, я жопа ленивая. Я ленился зайти в игру. Мне даже что-то как-то неохота было зайти в игру. По большей части. Я отдыхал. А еще что-то как-то с недосыпом было. Поэтому, ну, беда-бедовая. Ладно. Что у нас? Редкая реликвия, которую можно найти в опасных местах. Безымянного города. О, а я эту фигню не выполнил, что ли? У меня сколько сил, наверное, нету. Может, есть. А, нет, вот есть осколок силы. А, нужно будет сходить. Да, как обычно, кошара стоит на дороге. Надо ставить, короче, две двери. У одной будет сидеть кошара, в другую, если что, я пойду. Так, куда мы сегодня пойдем? А, я хотел сходить по пещерам. С одной стороны, с другой стороны, можно пойти, к примеру, в безымянный город, и не только, и повыбивать какие-нибудь оружки. Слушай, хорошая идея, мне пришла в голову. А, что-нибудь, да, повыбивать с... Да, весит мало. С мобов, с боссов. Тем более у меня есть офигенно мощный раб. Почему бы с ней и не побегать? Там на дракончика надо будет сходить, потому что с дракончика падает прикольная шапка. Шапка дает защиту от жары и от холода. Ну, то есть, как бы я могу везде здесь тусить, и будет все хорошо. Также там еще, оказывается, щиты, которые у меня были, вроде бы и не исчезли. Вот. Один. Ну, вот этот щит он точно дает вот защиту от жары. А какой-то еще есть щит, который дает защиту от холода, но мне, по ходу дела, у меня его не выпало. Интересно. Кстати, возьму с собой. Весит 2. А почему бы и нет? Так. Сейчас надо подумать, куда пойдем. Ах, да, и в этом же видосе чувак... рассказывая про казну, объяснил мне, что за сундучки, которые я таскал. В комментариях так никто и не рассказал. Вот это что такое? Это штуки нужны для казны. Ну, в общем, я не зря их притащил, можно так сказать. А, вот, и как бы все хорошо. Но те сундучки, которые я таскал, я теперь понял, там еще есть кошки можно притащить и так далее. В общем, кошек. Всякая фигня в дом тащу. Ничего, как говорится, нового. Так, ну здесь у меня, кстати, можно будет и апнуть. Надо будет раба найти.
Нет, с рабами я потом буду заниматься с этими. Надо понять, какие у меня находятся, и чтобы уже с этим всем возиться и дальше. Кстати, а кого я здесь из рабов томил последним? Кого-то я томил, потому что я нашел такой... О, блин, надо. А, ну, точно, точно. Нашел я себе бронь. Короче, это было смешно. Залазил вот сюда, к Лааку. Поднимаюсь вверх, чтобы дойти до пещеры. Хотел в пещеру зайти. Нашел в итоге, вот подхожу к мосту. Вот здесь стоянка речного дозора. Там появляется броник. Именной. Я чутка охреневаю, оглушаю его. Во-первых, ни в одном видосе их нету. Нигде. Ни в видосе, ни на картах, нигде ничего нету. А броник именной там есть. Ну, потом еще несколько раз там тусил, но он так и не появился. О, кстати, точно, вот что мне надо сделать. Во-во-во-во-во. В общем, не знаю, как это работает. Но, в общем, там броник появился. Конечно, самый такой, который не нужен, он уменьшает вес. И, как бы, мне он самый ненужный. Но в целом прикольно. Именно броник это уже хорошо, как минимум из-за того, что я могу себе сделать вот эту фигню. Вот, то есть он сейчас сделает легкую подкладку и набор носильщика. Это нужно для того, чтобы я мог если что, одеть и вес переносимый себе увеличить. Ну, чтобы топехнуться легко. Офигеть, броника нашел там, где вообще его быть не должно было. Потом еще побегал по другим местам и... А его все равно нигде нету. Так, переносимый вес плюс 51. То есть вот, если мы его надеваем... Даже вот так вот. Так, ты как-нибудь надеваешься? А, ты на голову надеваешься, точно. Вот, и у меня вес становится... То есть, так, 481... А так у меня 431. Вот, 430. Ну, то есть, как бы, неплохо. И весит она 2,5. Нормально, я всякую фигню все равно таскаю. Ну что, я понял, куда идем. Идем в безымянный город. Здесь альбинос. Как он там? Короче, летучая мышь. Здесь дракон. Где-то по самому городу тусуются скелеты. То, что нужно, с них и дропается весь по-простому. Бесит меня эта локация тем, что, во-первых, там темно, а во-вторых, там постоянно скверн накапливается. Заодно, ну, осколок силы сейчас зато потратим. Все нормально. Так, бежим, бежим. Не сюда. В пещеру потом сходим. В какие-нибудь. Ну, к примеру, Клак и так далее. Да, вот сюда, правильно. В следующий, может, раз пойдем. В общем, надо будет посмотреть, что там по пещерам. Что, когда, где. Да и вообще, в целом, контента-то тут, если так хорошо подумать-то, и немного. Да, он есть. Да, его, можно сказать, все-таки немало, но... Ну и немного. Так, архивы. А, ну это все правильно. Просто смотрю, там светло, так и думал, что это сквозное. Сгоняем осколок силы, потратим. Кстати, да, типа в новом обновлении нельзя будет больше получить второй свиток, если у тебя уже, допустим, он изученный и в инвентаре лежит. Это очень хорошо. Вы получили новый свиток. Свиток указателя использовать. Оп, изучено. Используйте осколок силы. Осколок силы это редкие реликвии, которые можно найти в опасных местах, получить. Да вроде использовал. Не так, что ли, надо было использовать. Кто же знал-то? Ну ладно, что сейчас, надеюсь, еще получим. Ну, я думаю, еще получим, так что этим проблем не будет. Так. Кто мне сейчас нужен первее? А кто у меня сейчас тут ближе? А у меня сейчас тут ближе всякие скелеты. А, всякие скелеты. Давай поставим на них метки. Типа где-то... Ох, черепочки будем делать. Типа где-то здесь.
Типа где-то здесь. А, ну этот наверху, да, это этого я помню. Потом где-то здесь. Вот, и последний. О, нифига себе, ты как далеко. Ты как далеко спрятался. И где-то здесь. Вот, по этим черепкам сгоняем. Здесь прям один рядом. Прям рядом, прям рядом. Это где-то в подземке он идет. Угу, понятно. Ну, раб у меня на пассивке стоит. Так что она не должна атаковать. Ты там телепортируется, отлично. Она не должна атаковать, а просто так никого. Так что я думаю, что с этим проблем не будет. Ну, если что, за мной это ТПшница. Здесь у нас... Да, это место, где мы фармили тогда осколки силы. Вот, вот, вот. Ну ты... Оружку достать... Дурная. Не, ну с кулака ты, конечно, два. По 6, по 7 урона вносит. Вообще просто красава. Ужасно. Ужасно тупо бесишь. Ничего тебе, вручную что ли одевать? Перед битвой. Давай, вот, иди туда, атакуй уже сразу же. Я пока с лучниками расправлюсь. Есть что? О, есть что. Хотя, конечно, надо было, по ходу дела, наоборот делать. Да не, вроде бы нормально справляется. Ну, помочь — это дело хорошее. Ух ты, собака размахивает своим... Не помогай! Ну да, я делаю как бы то же самое, но что поделаешь? Я-то могу. Отлично. Так, что у нас здесь? Голова кристаллического, осколок силы. О, вы получили очко талантов. Вот, как использовать. А для чего оно мне? Очки... А, очки таланта. Вот как получает. О, ёб твою за ногу. Кто же знал-то, что очки талантов получаются вот так? Какая тут гадость. Ну ладно, паутинку возьму. Ай, ладно, давай, все возьму, чё уж. Да. Всякая фигня. Ну, погнали дальше. В любом случае. Здесь у нас недалеко дракоша и скелетоша. На нафиг, минус ноги. Да, конечно... Скелеты раздражают. И обычно я от них избавляюсь как? Залезешь куда-нибудь, они отагрились и все. С... так сказать, со спутником это дело не поможет. Почему? Ну, потому что на нее агриться будут. Вот, видишь, дамаг получает. Телепортируешься? Отлично. О, все пробежали, да ёб твою ж за ногу. О, ваш спутник повысил лаву. Интересно, какую она обилочку получила? Да отстаньте вы, задолбали уже. Так. Максимально левел, это хорошо. Быстрые рефлексы. Ваш спутник отличается гибкостью и легким. Ну, выдержка тоже нормально. Тоже нормально. В основном, конечно, живучесть и сила. Конечно, больше основное все-таки живучесть. Ладно, это хорошо. Да, я забыл взять хавки на это. На увеличение урона. Ну, бог с ним. Назад уже возвращаться не хочу. Так, дракоша у нас где-то здесь внизу тусуется.
Сейчас к ней и пойдем. Хилки, да, все нормально. Неплохо. То есть, пока он просто рычал, 1200 урона, как с куста. Я это одобряю. Кровь демонов, отлично, экзотическая дичь, костики. Там тоже дракоша. Отлично. Да, ну, эта же тварь будет еще и огнем дышать. Так что давай-ка я тебя на себя согру. Отлично. Что у нас тут? А, всякая гадость. Я хоть попадаю там? Так, ну фолловер атакует. Это уже хорошо. Ой, ты сейчас... Ах ты, ух ты, ах ты, мать твою. Вот шарапасина. Вот это там просто полносило урона, видали? Да походу дело то, что я тут фигней страдаю вообще ни о чем. Ну, вот еще бы не опрокидывал бы этот тварь, вообще была бы красота. Просто смотри, пью-пью-пью. Ничего интересного не выпало. Да стоять ты! Взрывная железа, экзотическое мясо. А голова красного дракона. Ну, неплохо, неплохо. Всякой гадости опять налутался. Скверн нахлапался. А, так я тут скверн уже получаю. Ё-моё. Так, погнали наверх. Забираться. К скелетоху. Хм, я тут сдох, залазя наверх. А так как я отходил... Соответственно, дракон перезаспавнился. Почему бы не завалить еще раз тогда? Завалило. Да, урон, который она вносит, это несоизмерим с тем, что я пытаюсь вносить. И, кстати, я знаю, из-за чего у меня перевес. Кости 140. 140 весят кости. Вот, вот и все, что этим сказано. Так, это тоже можно выкинуть. Этого тоже у меня полно. Я, кстати, хавку-то взял. Только я забыл ее заюзать. Урон спутника при 12%. О, красота. И теперь... Лечится повышенный урон. А, черт его знает. Но что-то не показывает это. Что дополнительный урон есть. Проблема тут с залазением. У меня выносливость закончилась, и я... Грохнулся. Забраться было не сильно проблема. Тогда у тебя полная выносливость. И... Вот скелетончик. Так, давай-ка ты вот сюда сейчас подойдешь. Согрешься на меня? Отлично. Красава. Вот. А теперь уже атака. Почему не сейчас? Ну, мало ли. Грохнется еще. Вот это вот и все. Те скелеты стоят. Им хоть бы хны. Урон она вносит намного больше, чем я. Прям 100%. Так что, ну, можно, конечно, помочь. Но также вам будет лучше видно. Я факел держу. Я как репортер. Я стою и рассказываю, что, когда, где. Да, ничего опять не дропнулось. Ну, как говорится, не везет, так не везет. Кость, протухшее мясо. Бывает. Ну да, сюда сходить. А потом авиарий. Так, это у нас куда-то туда. Хм, даже интересно. На скрине указан какой-то из вот таких вот скелетов. Ну какой? Их тут что-то много. Ну, он типа должен быть какой-то мощный, по ходу дела. Вот темень сраная, ничего не видно. Тварь. Одним словом, тварь. О, это ж прям ровно те же самые, как на курганах. И дроп с них точно такой же.
Кстати, да, тут дроп переделают. Ах ты, скотина! Трогаешь беззащитного! Вдари за это ему. А, дроп переделают, дроп будет намного лучше, более логичный будет. И не будет тебе всякое говно спавниться, нелогичный, я бы так сказал. Ну и сундуки у боссов исчезнут. А, исчезнут они в том плане, что... как же ж срань темно. Будут они в конце какой-то пещеры. Вот, и как бы, то есть, ты также боссов убиваешь, также ключики собираешь, но... как бы сундуки уже будут не по местам, а в одном месте и много. То есть ты приходишь с кучей ключей туда и разлутался. В чем-то даже будет удобно. И в чем-то даже будет логично. Не так, что ты типа вот кровотечением поубивал. И босса, вот как у меня было, да? То есть я поубивал кровотечением и получил сразу же мегапуху. Ну, логично? Нет. Вот так вот. Отлично. Вот. А получил я вот эту вот опуху, которая просто вносит урона, дай боже. Вот, поэтому, да. Те, кто привык к халяве, ну, больше не будет и халявы. Вот что-то понять не могу. Ну, там должен быть генерал, типа. Ну, скотник, какая-то тварь тоже. Черт его знает. А может, это снег дропается? Черт его знает. Ну хотя вот ванна поселенца, то есть как бы шмотки точно такие же, которые как и в этом дропаются. В курганах. Черт его знает. А, ну, попробуем поубивать их. О, так вот он. Он с двуручным палашом ходит. И он именно что не стоит, а ходит. Ну и, соответственно, он очень здоровый. О, генерал все-таки. Кстати, ключиков мне с них не дропалось, да. То есть это не такие. С них осколки силы дропаются. Ну, отлично, красава. Так. Ну, тоже всякая гадость. Я, кстати, их разлутываю, не знаю зачем. Вот этот порошок. Ну, может пригодится когда. И он у меня будет. Да. Вот здесь он тусовался. Но он именно что ходит, поэтому он может быть везде, скажем так. Ладно, погнали к летучке альбиносу. О, а здесь же еще один дракончик есть. И точно, я про него и забыл. Только думаю, надо, наверное, избавиться сначала от мелких. Наверное. Они мешаться будут. Ну, по крайней мере, этот верхний, как вариант, будет мешаться все-таки. Не загрелись? А, отлично, не загрелись. Вот. Может, с него тоже что дропнется? Так. А, ну хотя кровь демона. Все-таки как-никак кровь демона будет. Я просто хотел сказать, что а зачем мне их лутать. Но понял, что кровь демона все-таки нужная штука. Так, ты там разбирайся, а я вот с мелким. Ну и ладно. Сам подошел. Отличненько. Так, ну косточки можно выкинуть. Протухшие точно. Кости тем более. Шмотки ванная однозначно. Закаленная сталь будет. Выносливость. Ну давай используем. Сапоги.
Че, еще не все? Не, однозначно. Может. Да хорош, задолбал уже. Хорошо, опыта не получаю, да так. Вы перегружены, ну как обычно, всякая шлак. Мясо тоже не нужно. Голова зеленого, голова красного. Ну, в красном был инвентарь, то есть там хоть что-то дропалось, здесь вообще ничего никак. То есть здесь именно на ресурсы только разлутываешься. Ну, по крайней мере, как я понял, только на ресурсы. Сундучков здесь нигде нету. Да? Нету. Ну и ладно, погнали. До летучки. Так, подходим к авиарию. И здесь уже начинают летучки появляться. Ну, это простые еще. Демон не топырь. Вот, это простые. А главный, мощный, сильный, должен быть где-то там. Ну ладно, на вас мне насрать. Ну, прыгай! Прыгай, мать твою. Ой-о. Серьезно? Отличненько. Ну, здесь что получается? Только на коже? На, ну кровь демонов хотя тоже нормас. Ты давай вот лучше сначала вот этого. Ага. В чем-то удобном. Да, писали в комментариях о том, что двоих можно взять. И типа с двумя будет удобнее. Нет. Как я понял, взять не получится. О, прикольно. Я сначала скомандовал на него атаковать, потом на другого. И то есть сработала очередность. Это прикольно. То есть есть некое... Во. Не топырь, альбинос. Внизу тусуется. В общем, есть какая-то очередность. Это прикольно. А двоих я не могу взять, потому что... Вот, взять характеристики. То есть у меня авторитет. И взят вот это. То есть боевой отряд это плюс один. А отличная выучка это характеристики спутников повышены. То есть если бы я взял бы на увеличенный отряд, то характеристики бы не повышались бы. Что самое главное, наверное, проблема для меня была бы. Так, я думаю, надо перевязаться. Пока есть такая возможность. Угу. Отлично. Красава! Прям магет! Магет! А, что-то у нас по весу. Ну ладно, потом если что, все это дело выкинем. Так, давай-ка вот так спускаться. Так явно будет побыстрее. Отлично. И погнали к альбиносу. Да, сразу же агрится. Логично. Ух ты, нифига себе. Какой серьезный. Кстати, я эту табличку вообще юзал? Может, и юзал. Ну, красава. И снова ничего, да? Ну вот что за нафиг? О, а с этого даже крови демона не было. А вот с этих кровь демона дропается. Хм, интересно даже как-то так. Ну и последний, кого мне осталось посетить, это вот там генерал, очередной скелетонский. Вспомнить бы, где он находится, вообще было бы красота. Случай мне вот там он на стене? Или вообще может там внизу находиться? Много вариаций. Зато здесь наверху сундучок нашел. Серебро и монетки серебряные. Это все пригодится. Если буду казну делать, а я буду казну делать, то это все пригодится. Решил глянуть сначала наверх, ну наверху, а потом уже, если что, спуститься вниз. А, ну точно, логично, ты животное стоишь. Вау.
Спокойнее. Спокойствие. Так, срочно надо было кошку выпустить. Ай-яй-яй-яй. Пауза, пауза, пауза. Опа, отлично. Так. А где мой бравый воин? Кто-нибудь мне подскажет? Где ты, мой бравый воин? На кого ж ты меня покинула? Ты чё там стоишь-то, ёб твою ж за ногу, а? Телепортироваться будешь? Ага. Ты смотри, она просто там стоит. Прикалываешься, что ли? Возможно, из-за того, что... А, ну-ка, если переместиться, скомандую тебя. О, отлично. Пошла жара, наконец-то спустилась. Вот этого атакуй. Тихо. Мачи козлов. Кто еще стоит, настреливают, что-то вот это вот придумали там. Ну, месиво, конечно, устроили тут знатное. Ой, да в жопу этот лук. Задолбал у меня. Не, ну я ж ей помогаю, в конце концов, вроде бы как. Тихо, не надо стрелять, тем более в упор. Не, ну если что, я тебе помогал, чисто формально. Да, какой же с них дроп падает, просто ужас, просто... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой же с них отвратительный дроп падает. Просто ужас. Кирка-топор, блин. Кирка-топор. 131. Угу, нифига. Этим делу не поможешь. Не, если я шкуру не топоря выкину, то этим делу поможешь. Но погнали посмотрим. Может, этот заспавнился уже. Дракон? А, все-таки далеко свалил. И, может, дракон заспавнился. Если это канает, то мне не придется телепортироваться туда-сюда. Если это не канает, наверх забираться. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то мне подсказывает, телепортом-то будет как раз-таки быстрее. Ладно, пофигу. О, еще и песчаная буря началась. Ну, прям все к одному. И что-то мне подсказывает, я куда-то не туда, походу, дело забрал. А-а-а, да ты серьезно, я попутал вот эти вот... Я попутал вот это место, яма рабов, с вот этим местом. Я зря забирался. Но вас, козлов, я все равно замочу. Ну, заспавнилось. Значит, можно просто бегать кругалями по локации. И будет нормас. Ну, почти. На. Навоз, да? С дропом, конечно, мне тут везет просто как утопленнику. На, навоз. Вот это прям, вот это прям вот то, что, как говорится, ты заслужил. Навоз. Ой, ёшкин кот, ужас-то какой. Кстати, а как по-другому туда наверх забраться? Никак. Только вкарабкаться? Как уж это тупо. И раздражает. И да, если что, я знаю, что если снять шмотки, это... быстрее залазишь. Просто, допустим... Вот это бесит.
это кусок блевоты почему-то постоянно вот так вот скроллит вниз. Это прямо раздражает очень сильно. Ну, я даже почти попал. Да, меня толку я бы не сказал, что так уж и много, но я пытался. О! Да ладно, шапка выпала. Шапка выпала. Шлем командира. Хоть что-то выпало. Значит... А, господи. Читаю, защита от глаз. Думаю, в смысле защита от глаз? Чё, как? Да. Это защита... от газа. Ну... хоть что-то. Хоть что-то. Кстати, а что там в твоей шапочке? Ошеломляющий урон. Урон спутника, кстати. А вот это дает тебе урон спутника? Кстати, напишите в комментариях, если знаете. Шмотки, которые вот на урон спутника, они ей дают эффект? Или мне нужно обязательно, ну точнее, или нужно мне носить это? Чтоб этот эффект давался. Хм, интересно. Да. Шапка, конечно, прикольная, но не очень. Можно было бы и получше. Не, ну это уже хоть что-то. Конечно, мне нужно шапку именно с дракона. Вот прям с дракона нужна шапка. Вот она топовая. Да, она прям огонь. Она дает защиту от огня и... точнее, от жары и холода. Вот это то, что мне надо перед походами. О! Какая-то шапочка выпала. Шлем с рогами. Легендарный тяжелый доспех. Прочность 312. А моего 200. А здесь 312. Хлобысь. И доспеха больше. Это довольно-таки неплохо. Уже не зря сходил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько всякой гадости мне сейчас вот надропается опять. Ужас. Косточки можно сразу выкидывать. Ой, бечевка одна штучка. Да, надо к скелетончику наверх сгонять. А так в целом опять нифига не дропается. Прям нифига. А в целом прикольно получилось. Вот стоит он там, забагался. И все, нормас. Он прям реально. Прикольно. Ой-ой-ой, куда-то покатился. Стой. Опять всякая фигня. Воскурователь. А, это тот, который дает эффекты от всяких лотосов. Прикольно, но не очень. Ну и вот дальше я не бегу. То есть я вот телепортируюсь, захожу сюда, дракону, наверх и Хоме. Сейчас еще один кружочек сделаем, посмотрим, что выпадет. О, шлем такой прикольный. Прям получше, чем вот этот горшок непонятный был. Ух ты. А сейчас какой-то меч выпал с него. Мертвенный меч, вичи, скверно. Хм, интересно. Это я скверну буду накапливать или наносить скверну? Смогу выкинуть. Хм, даже интересно. А будет типа урон по нежити какой-нибудь? Вичи, нет, силовое, легендарное. Интересно даже. Да не, вроде то же самое. Это вроде бы я юзал. Ну, вроде бы как юзал, да. Не, первые, конечно, были прям уж бесячие. А, копье живой крови. Легендарное, длинное... оружие регенерация.
Типа вампиризм, может быть. Кстати, что-то по ДПС. Ну, так же, как этот. Господи, как топор. Но только мне прям интересно стало. Ну да, обычное копье. Стало интересно в плане вампиризма. Или что это такое? Или просто быстрее регенерация идет? Так, ну смотри, как тикает регенерация, да? Допустим, берем вот это вот. Тикает она точно так же. То есть ничего в этом плане не меняется. Это моя естественная регенерация. Надо еще на альбиноса тоже ходить. У него получается этот... копье, которое... Кислород. Короче, этот... бесконечный. Под водой. Ну да, по неживым бить этим копьем точно бесполезно. Еще один ремонтный. Да уж, ремонтных мне это надропалось. Зато 15 осколков силы. Так, а где у нас этот... Ой, в противоположной стороне. Но надо сходить. Кстати, смотрел видос про... лучших типа воинов. И Дарфари самые жесткие воины. Я сейчас задумался, а у меня же есть счистки Дарфари. И вот тут я прям сейчас реально задумался. Надо будет с ним побегать. Ну, то есть экипировать его вот этим всем шмотком. Точнее, шмотками. И попробовать с ним побегать. Так, сейчас посмотрим, получится с этого вот сдриснуть, короче, так, чтобы эти... на меня не сагрились. Да вроде как получилось. Летать не хотят. Это хорошо. Да вроде живой, типа не топырь. Слышь, что за регенерация? О. А что с тебя дропнулось? Прилив! Да ну нафиг! О. Вот это ж то, что нужно. Метание, дыхание под водой. Прилив, ёп, стою за ногу. Это ж ты мне и нужен был. Хоми. Обалдёшечки. Вот сходил, называется. А, да, я тут мостик себе сделал. На всякий случай. Так, ну-ка. Ныряем. А берем прилив. Ёп, закончилось. Кайф, вот это я понимаю. А если вообще просто сразу с ним ныряем, то хоть бахны. То есть в любой момент его просто берешь. А, да, вот это я понимаю. Вот эта штука, так штука. Эх, неплохо. Не зря сгонял. Отлично. Так. А кто у меня из Дарфари-то есть? Так, надо все скинуть. Вроде бы же она была. Ела сирена. Из Дарфари. Бонус к урону от проворства. Погоди-ка. От силы, от проворства. То есть у тебя основная характеристика будет сила? А, так у тебя проворство, основная характеристика сила. Вот это ж тупость-то какая тупость. Йода... Мужиедка. Ну, вот это точно. Мужиедка, это точно Дарфари. Здесь вообще никаких бонусов нету. Сила проворства. Ну, то есть здесь вообще прям никак и никуда, и ни зачем, ни почему. Ха, интересно даже. Ну-ка, давай попробуем. Так, и да, и вот это тоже сюда. А тебя пока поставим охранять. Сейчас посмотрим. К соседям сходим. И посмотрим, что там да как. Кстати, да, есть такая прикольная штука. И не надо держать факел. Ненадолго, но все равно хоть какое-то освещение.
Зато можно спокойно фариться и без проблем. На, взял с собой Дарфари. Тут, конечно, не по-детски. Какой переместиться? Атака. Какой переместиться? Атака! Тупо. О, отлично. Пока что без понятия, что по урону. Это надо сравнивать. Ну, во-первых, ей нужно прокачаться, чтобы точно сравнивать, что, когда, где. Ну и надо хотя бы урон помнить, сколько выдавался. Ну, 3600 хп, даже что там, 3900 хп, это очень даже нормально. Даже 4000 почти же. Это нормально, это надолго будет хватать. Кстати, что есть по характеристикам. Проворство, 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 выдержка. Да, в общем, сила-то не сильно качается, и проворство качается, и здесь дополнительно это идет проворство. Там, конечно, было покруче, там характеристики все в плюсе были. Сразу же. Что тут у нас? Всякая гадость. Ладно, погнали до дракона. Ну вот сколько она урона вносит сейчас. 600. Ну, короче, 700-600. Это при своих характеристиках. И это пока что не на максимум раскачанное. Вот надо посмотреть на видосе Кимерийский Берсерк, как она была раскачана. Ой, ёп, твою ж за ногу, сейчас бы самому не сдохнуть. Как она там была раскачана. Надо вот это вот посмотреть и сколько она урона носила. Если я забуду, можете написать в комментариях. Ну так, на всякий случай. Даже если я не забуду, напишите в комментариях, и кому не лень, проверить, есть разница или нет разницы в плане урона. Ну ты что, добей! Что за солидарность? Все, зависло. Ну вот, красава! Зато 17 левел. А еще недавно была первым. Ха. Вот, тоже сила как бы. Ну, в основном выдержка качается. В основном выдержка. Здесь, смотрю, всякая фигня дропнулась. Вот. Че, опять буря, что ли? А, нет, это просто у меня кровь перед эмбалом. Ну, тоже хорошо. Ну, вот, сколько вносит урона по скелету? Тоже как бы пока что еще не на максимум раскачанное, но все равно. То есть примерно 350-400 урона вносит. Ну даже 350-450 примерно вносит. Ох ты, нифига себе. Вот, всучил так всучил. Все, давай, разноси. Аппися. Интересно, какого будет левел, 18 или хотя бы 19? Ай, даже апа не было. Вот это печаль. Ага, ну тут копеек какие-то не хватило. И здесь ничего не выпало. Просто как в первый раз. Ужасно. Кстати, здесь какая-то фрагмент реликвий. О, у меня... Толмач. У меня не было это изучено. Прикольно. Так. А, ну естественно. А, ну это просто язык, я их не изучил. Ахеронский язык. Ну, скелетов я явно понимать не буду. Ой, рано. Но было бы смешно, если бы я стал скелетов понимать после этого. И что тебе апнулось? Хм, сила. Хоть что-то. О, ну вот хорошо. Мощь великанов, плюс 10 к силе. Это неплохо, здесь даже минусов у нее нету. Получается выносливость плюс 6. Проворство плюс 6, живучесть. Да, там, конечно, выдержка была, но здесь в целом выдержка прокачания.
Прикольно. Сила плюс 10, это прям очень даже зачетно. А по хпхе, конечно же, здесь больше. Так. Ну и вот она. Максимум раскачанная. Не топырь. Не переместиться. А в атаке. В атаке. Атаки не топырь. И вот, поскольку она урон наносит. Честно, я не помню, что берсерк вносило. Но сколько это вносит, вы можете прекрасно увидеть. Если проиграли несложно, можете написать в комментариях, я все равно забуду посмотреть. Даже сейчас после записи все равно забуду посмотреть. Обязательно на чем-нибудь отвлекусь. Вот, написать в комментариях, есть разница или нет разницы. Но подпрокачать всех это, знаете, неплохая идея. И, конечно же, вся, как я гадость дропнула с тебя. Ладно, очень, еще раз очень долгий видос вышел, зачем-то, я не знаю, но таков мой, как говорится, путь. Я по-другому, походу, дело снимать-то не умею. Вот эти вот 10-15 минут видос, это вообще прям не про меня, это не мое, это, да. У меня больше выпуски, как выжимка со стримов, получается, по большей части. По крайней мере, смахивает она больше на именно это. Блин, сколько этот светлячок летать будет? В видосе было написано, сказано, что он минуту летает. По ходу дела 10. Ну ладно, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.